Вот эти два здания, это дом Рубенса. Очень оживленная улица Антверпена. Там дальше рынок совершенно дикий, совершенно безумный. Очень много народа. Что только нельзя купить там. Поесть там можно, попить. И купить абсолютно все. Это двор дома Рубенса. Это сад у дома Рубенса. Вот это действительно дом Рубенса. Так можно увидеть даже на картинах. Ничего себе так. Сад с фонтаном. Там какой-то насос гудит для этого фонтана. Вон какая-то беседка, не беседка, что это? Красота. Люди отдыхают в парке после посещения музея. Ну, остановим съемку.